Let me introduce to you Ali Магомедов. Здравствуйте, я Али Магомедов, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Сейчас я вам покажу вормгард СИП, который я использовал в схватке против Бруно Фразато на ICB 2014. Выглядело это примерно так. Мы были в таком положении, он сидел на коленях, я был в открытом гарде. Сначала я работал, просто не давал ему себя пройти. Затем, когда я понял, что я контролирую схватку, я начал переходить на вормгард. В общем, вормгард, все принципы вормгарда я уже много раз показывал, объяснял. Но именно этот СИП, принцип очень простой. Заводить ногу сюда под лапел, передавать ее в эту сторону. Затем здесь есть два вида вормгардов, когда мы работаем с внешней стороны. Когда мы работаем типа обратного галоризма. Мне очень сильно нравится работать обратный галоризм вот с этим захватом, потому что от него убежать очень-очень сложно без потерь. Поэтому я знал, что у меня некое преимущество в весе есть над соперником. Если я зайду в этот гард, я в принципе ему очень доверяю, и я понимал, что кто может слепать. СИП проведу вот так. Я взял, перепробовал сюда, схватил. Чтобы его перевернуть, первым делом мне нужно зайти в апсайдаун. Это положение, где я, скажем, вверх тормашками, да, вот здесь. Он мне несколько раз пытался не давать этого сделать. Последний из его попыток выглядел вот так. Он держал штаны. Понятное дело, не мог крутиться, потому что он меня контролировал. Чтобы освободиться, я освободил свою ногу таким вот захватом. После этого я вкрутился сюда. Здесь самое главное. Он может сидеть и обваливаться. Пока он далеко от меня, и я здесь, я его никогда не подниму. Плюс у меня плечо лежит, да, сейчас абсолютно неудачно. Он на самом краю моей ноги лежит. Мне нужно мою ногу глубже просунуть и оказаться ближе к нему. То есть ключ к успеху этого СИПа – это заходить ближе. И я все время фронтально на своей спине. То есть ни в коем случае не вот здесь, ни в коем случае не вот здесь. Все это так не работает. Ровно на своем позвоночнике. Теперь я захожу сюда под него, левой ногой делаю мах. И не пытайтесь человека правой пяткой поднять наверх. Правой пяткой старайтесь вести его туда и поясницу класть на мах. Это основное. Вот. Вот такой вот СИП. Я первый раз пытался это сделать. Ему удалось устоять, он остановился на ноге и встал. Этот СИП выглядит так. Я беру вормгард еще раз. Беру левую руку. Пишу вправо. Хватаю. Кручу. Держу. Теперь моя главная задача зайти под него поглубже и не поднимать его туда вверх. То есть вот так вверх никто его не поднимет. Ваша задача класть поясницу на мат и тащить его через себя. Вот таким образом. А в данном случае, именно как получилось с Бруно, сейчас, когда я буду делать СИП, постарайся до последнего вставать и блокировать СИП. Он пытался использовать technical stand-up, чтобы встать, как и я, но у меня было преимущество в этом захвате, я контролировал ту ногу, которая ему нужна была, чтобы встать, поэтому я преуспел. Выпусти сюда. На самом деле, во время схватки это выглядело чуть иначе, это не то, чтобы я его через себя кидал, выглядело это, он начал крутиться, вращаться, и в итоге мы пришли сюда, он начал пытаться встать, и я пытался встать. Вот, мы были вот здесь, вставали, и я просто использовал движение в него и поднимал правой рукой его ногу, чтобы сделать этот СИП. Еще раз. Потеряйся этот СИП. Вот, я вкручиваюсь, пытаюсь сделать этот СИП, он стоит. Вот здесь самое главное делать технику основа. Он здесь может тоже пытаться встать, но у меня преимущество, я держу его ногу. Если я отпущу, конечно, он сделает это. Все, он встанет. Поэтому этот захват ни в коем случае нельзя отпускать. Здесь мы, когда будем просто, мы будем бороться, кто первый поднимется наверх, я буду использовать эту руку, поднимайся. Просто держать его ногу, видите? Я спокойно встаю, получаю свои два балла за СИП. Посмотрите еще раз. Вот, на самом деле, вормгард можно вообще очень просто нарабатывать. Кстати. Вот, самое главное взять хорошенько эту куртку и ее контролировать. Чтобы у нас на первых планах не прошел левый ребро, мы проходим вот так. Проходи в любую сторону, мы используем ноги здесь, чтобы хоть как-то за него зацепиться. После этого говори его, сюда, передаем куртку. Чаще всего здесь люди уже садятся, потому что не любят стоять в этой позиции. Вот смотрите, если я здесь фронтально, правой рукой я попросту не дотянусь до захвата. Я беру куртку к себе направо. Я проецирую свое тело на правую булку, я на правом боку. И теперь я могу правой рукой из-под своей правой ноги схватить куртку большим пальцем в него. Вот такой захват. Если он контролирует меня каким-нибудь образом, не дает мне вкручиваться, вот не дает, я пытаюсь крутиться, вот не дает. Мы обязательно должны сорвать захват. Крутиться, перевернуть через себя. Выглядело во время схватки это чуть иначе, поскольку
В борьбе каждый раз, ну, какие-то нюансы нельзя именно в точности повторить, но в целом я стремился именно к этому свитку и, по сути, его и сделал. Выглядело это чуть иначе, но это этот свиток. Вот так. В углу у Бруно Фразетто находится Аугусто Танкини Мендес, а он не самый громкий человек в этом зале. Попытка свипа со стороны Али Магомедова. И она вполне может быть удачна. Да, 2 балла. 2 балла получает Али Магомедов. Хорошее начало.